Всем доброе утро. Мы идем в садик, в школу. На автобус, короче, идем. Маша на школьной, мы на городской. Всем желаю хорошего дня и хорошего настроения. Всем доброе утро. Еще раз. У нас время к 9 часам подходит. Я поехала в город сделать документы. Ребятишки спят дома. Ну, не все. Спят Света и Оксана. Катя встала уже уроки делать, ей в школу ехать. А Света с Оксаной, они на дистанционном обучении. Ладно, поехали со мной в город. Ай, ребят, иду на остановку обратно. Зря приехала в город. На почте банке никого специалистов нету. Поэтому едем обратно домой. Дорога вообще плохая. Скользко очень на дороге. Короче, едем домой. Не смогла реквизиты взять, потому что там нет специалистов. Поеду после 2 часов опять, ладно? Идем на остановку и домой шагаем. Ребят, тут какая-то новая птичка появилась. Ну вот на видео не видно. Ну живот такой прям красный-красный. Такой красивый. У нас дятел прилетал обычно... Обычные, а тут прям с красным пузиком. Ребята, у нас день уже. Я топлю печку. Топится печка. Сейчас буду подкидывать. Детей накормила. Уже Машенька приехала, Егорушка приехал. Уже мне дров натаскал. Он у меня молодец, мальчик. И я сейчас опять поеду в город. Мне надо дальше документы доделать. Я никак не могу документы доделать. Блин, да это что такое? Не могу запихать. Извините, я вас боком повернула. Но просто по-другому, блин, никак. Ладно, сейчас поправлю. А то одной рукой вообще неудобно. Все, поправила. И сразу хочу ответить на вопрос. Мне задали вопрос: Настя, сколько у вас дома печек? У нас 2 печки. Вот это вот в зале и на кухне, на которой я больше всего чаще готовлю. Больше у нас печек нет. Есть еще на летней кухне печка. Там мы летом в основном готовим. Поэтому, надеюсь, я на ваш вопрос ответила. Печки мы вообще, когда сюда заехали, здесь печек не было ни одной, ни второй. Мы восстанавливали обе печки. Поэтому вот так вот. Тут было центральное отопление. А как вы знаете, мы от отопления отказались. Нам печки удобнее. Как хотим, натопим дома теплынь. Даже жары, жарко иногда бывает. Поэтому хорошо. Печка лучше всего, чем центральное отопление. Да и у нас нынче за центральное отопление одуреть не встать. У меня нынче свекрови пришло квитанция аж на 6 тысяч за отопление. А у нее пенсия 8 с копейками, почти 9. Извините, пожалуйста, она за отопление 6 тысяч заплатит, она за свет заплатит, за воду. Она что, жить? Голодом сидеть, получается, ей придется. Вот и получается, что у нас нынче за отопление очень дорого все. А нам хорошо, у нас дрова есть. Ладно, дорогие мои друзья, я собираюсь, одеваюсь, едем в город. Все, ребят, я бегу на автобус. Едем сначала на центральную почту, потом мне на ВМФЦ, потом в администрацию. Короче, мне сегодня бегать не, опять на весь день. Я уже всю неделю вот так вот. Знаете, сколько я за эту неделю прокатала денег? Просто ужас. Ладно, поехала дальше. Всем добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня вообще ничего не снимала. Ой, потому что сегодня целый день сидим с уроками с Оксаной. Математику уже за 20... Короче, за 3 дня уже математику, да, мы сделали с тобой? Ваня, нельзя в кису мячиком кидать. Это что такое? Сейчас мы делаем русский. Так как она у нас на дистанционном, а я тут последние дни с администрации как днем уезжала и только поздно вечером приезжала, уставшая, надо было еще и готовить что-то. Поэтому ничего не, мы с ней не делали. И вот сегодня вот мы сидим весь день с уроками. Так, давай посмотрим. А понедельник в школу. Завтра еще выходной, а понедельник в школу. Рано? У него что, рано? Как пишется?
Рано утром. Рано проснулся. К окну отдельно. Посмотрел, а потом... И он хочет идти. Где у тебя тетрадка? Давай дам, будешь переписывать. Вот так вот и делаем. Сейчас я ей точку потом в тетрадке ставлю, и она пишет красиво домашняя работа, упражнения и всякое такое. Так, это мы уже отправляли фотографию, да? Да, вот с новой страницы, вот здесь вот ты начнешь писать, поняла? Угу. Домашняя работа, страница, упражнения и все остальное. Все, шагай. А я тут сейчас достала вышивку. Короче, я уже вам объясняла, что Марине в садик на вот к Новому году елочку сделать. И я вот первое мое продвижение. Сейчас буду вышивать. В целом, какая она получится? Вот такая вот красота. Да. Сейчас хорошо. Вот такая вот красота получится. Простите, пришлось отлучиться. Короче говоря, вот такая вот получится она у меня. И вот сижу по чуть-чуть каждый раз, по чуть-чуть и вышиваю. Вот так вот красота получается. Напишите, как вам. У меня тут то, что неудобно, у меня тут лампа сломалась. И починить ее уже нереально. Что опять ты? Бедную кошку мучают. Ой, надо лампу купить сюда новую. И вышивать. Ладно, сейчас в Инстаграм я фотографию выставила. Все первые свои продвижения. На канал Лук Рукодельниц немножко засняла. Ну вот, выставлю тоже. Сейчас вот с Оксаной уроки доделаем. Что-то еще я сегодня хотела. Что, не помню. Вот не помню, ребят. У меня тут какой-то прыщик на лбу соскочил. Так это, как будто побаливает. Я немножко это... Как сказать, тут профилонила. Видите, сегодня с этими уроками. Что-то тудым-сюдым. Да, с новой недели начнем снова снимать по-другому уже. Формат другой постараюсь поснимать, ну а вы уж поддержите меня. И меня тогда спрашивали, что уже я купила на конкурс. Покажи, Настя. Ладно, ребятки, покажу, так и быть. Вы же все равно не дождетесь конкурса. Конкурс я сделаю в начале месяца. Что я для конкурса... Ой, ценник тут не отклеили. Ценник-то нам не нужно показывать, да? Подождите, я его отклею аккуратно. Так, что-то там Светик уронила, сломала на кухне. Я уже поняла, что что-то разбили. Света достала и разбила. Короче говоря, вот такую вот шкатулку нашу вишерскую, красивую, я купила для конкурса, для одного из победителей. Ну, я сделаю 3 победителей, а что на остальные, не покажу. Короче, вот такая вот красота внутри, она тоже вся красивая. Видите, по краям такая. То, что многие спрашивают. Это будет память о нашей вишере вам. Также каждому из победителей будут магнитики разные. Вот такой вот магнитик красивый. Такой, ну там выберу, какие магнитики, конечно. Так как у нас конкурсов будет впереди еще очень много. И вот такие вот магнитики. Мы с Машей ходили, выбирали. Маша сама выбирала для вас призы. А остальные призы я позже покажу. Так что вот так вот. Ну вот это вот мы с Машей выбирали для конкурса. Надеюсь, вам понравится. Победителю. Ладно, пойду я там на кухню посмотрю, что он там Светик у нас натворила. Они без приключений же не могут. Надо закрыть бисер.
на эти вот ход органайзер для бисера, чтобы ничего, не дай бог, не рассыпалось. Схемка тут лежит, и я так и шиваю. Ладно, пошла я посмотрю, что там натворили. Вот немного о том, как ребенок себе выбирает, что ему порукодельничать, да, Маш? А вот там, смотри, Дед Мороз, Маш, есть красивый. Ну, там еще какие есть. У тебя там много всяких. Тут мои вышивки, Машина. Это будешь делать? Покажи, да, я покажу всем подписчикам, что у нас Маша выбрала птенца. Ну, тут уже все готовое, только вы делаете. Ну, на. А тут наши всякие заготовочки лежат. Вот так вот Маша всегда выбирает, когда что-то хочет повышивать или порукодельничать. Ты хочешь туда достать подарок? Дай посмотреть, что там. Ну, дай, дай. Это тут паста. Доставай. Достала, выудила. На, закрывай. А что ты там именно хочешь? Подарки в этом. А ты там что-то уронила? Нет? Ну-ка, давай пока. Так, тут бобинка и нитковдеватель. А там что? Это паста, стирачка, это мне на для схем. И ножнички, дай покажу, какие. Вот такие вот ножнички. На. Всем доброе утро, дорогие друзья. У нас уже не утро, у нас уже день. Я сижу, ем кашу. Обычная каша. У нас сегодня воскресенье. У меня немного болит горло. Ну, все нормально. У меня наконец-то загрузилось видео. Сейчас я его... прошу извинения. Я сейчас редактирую видео. У меня наконец-то загрузилось оно. И буду выпускать. Не знаю, я вот это вот... брызгаю себе на горло. Но я понимаю, что это у меня не само горло, а эти шишки, которые воспалились. Из-за этого глотать тяжело. Я сижу уже, наверное, полчаса, ем кашу, пытаюсь поесть. У меня прям чувствуются эти шишки в горле. Ну ничего. Просто ноги, видимо, застудило. Да я все клею, клею ботинки. Они у меня все расклеиваются. Уже надоело все. Так, ладно. Что у нас дома происходит? Дома все нормально. С Оксаной делаем уроки. Света делает уроки. В понедельник кто у меня идет в школу? Маша, Катя, Егор. Света идет со вторника в школу, а Оксана со среды. Поэтому вот такие вот. Ну, если ничего не изменится, то вот так пока у нас, да? Ты поела кашу? Не хочешь? А, кушаешь? Все понятно. Вчера немножко вышивала эту поделку в садик. Ну, совсем немножко, буквально часик. У меня потом сильно заболело плечо. Я уже говорила, что у меня эта рука отнимается. У меня в лопатке там металлическая штука стоит какая-то. Как-то она у меня туда попала, непонятно как. И ничего у нас врачи наши не стали делать. И у меня вот нынче с того года начало сильно оно болеть. И начала рука нет-нет да отниматься. И резко боль появляется в лопатке, а потом рука отнимается. Ну вот, не знаю, на хирургу как-то записаться, попасть уже в конце концов туда. Пусть что-то делают, потому что я так долго не протяну с рукой. У меня рука все хуже и хуже становится. И страшно становится. Ладно, дорогие друзья, вот такое вот у меня утро, буду кушать. Тут осталось, кажется, ложку совсем чуть-чуть положила и доесть не могу. И чай с молоком себе налила, пью. Всем хорошего дня. Сегодня у нас День Матери. Всех поздравляю с этим праздником замечательным. Всем желаю мамам счастья, здоровья, успеха и всего-всего самого лучшего. Ну, конечно, это здоровье. Всем желаю здоровья. Даже тем, кто так не любит мой канал и меня не любит. Я вам все равно тоже желаю крепкого здоровья, счастья, здоровья, успеха. Всего самого хорошего. Всем говорю пока-пока.